Друзья, всем привет! Вы на канале Вадим Полетели. Сегодня мы с вами будем кормить кроликов. Я вам покажу один день из жизни кроликовода. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня будет очень интересно. Так. Я начал уже сено затаскивать. Привез сразу такое количество сена вот этим тазиком. Этого сена кроликам хватит на недели две. Также сегодня я витаминов немножко с леса привез. Тут у нас сосна и ель. Буду каждый день давать кроликам. Для них это очень полезно и вкусно. Вот, как вы видите, еще чистый снег лежит. Так, еще хотел бы вам рассказать и по поводу поения. Чем поить кроликов зимой? Вот они у меня находятся на улице. И тут вода замерзает. А постоянно теплую воду давать, это вообще не вариант. Так, можно давать снег. О, грызет. Но если снег давать, то там все равно мы не знаем, что на небе находятся вот эти заводы, свои дымы пускают, и все на свете. Снег может быть грязный. Да, я нахожусь далеко от города, но все равно снег, возможно, какой-то, да, и грязный попадается. Самый оптимальный вариант — это делать вот такие вот ледышки. Получается, на 10 литров воды вы добавляете одну столовую ложку соли. Тут у меня литр. И у крольчихи тоже ледышка, а тут литр. Получается, прям кусочек, щепоточка соли. Кролики тем самым получают и минералы, и они лижут вот этот чистый лед. Для них это намного полезнее. Плюс я немного снега ложу, если они захотят его поесть. Сначала они неохотно будут есть, а потом они привыкают и начинают вот слизывать, как вы видите, такие пазы. И такого куска льда одному кролику хватит буквально на недели 2-3 точно. Также я им даю ячмень. Ячменя немного не едят, вот столечко хватает одному кролику на сутки. Вот, как вы видите, у крольчихи его очень много, она прям его мало ест. Кролл его съедает прям, ну, отлично, это же самец. Вот ветки лежат, я сегодня положил. Также обязательно подстилочка должна быть теплая, сантиметров 5 из сена. Сейчас я эту подстилку всю буду выкидывать, сюда потом на свалку выкину. И буду стелить новую подстилку. Также вкусное сено положу. Чтоб прям у них все было чики-пики. В общем, приступаем к кормежке. В первую клетку убрался, постелил новое вкусное сено. Елки положил кролику. Точнее, рыжику прям понравилось очень. Сразу начал хрумкать сено. Насыпал зерна, положил лед. Сейчас еще снега немножко положу. Снизу тут все убралось, да. Поэтому такая красотень. Сейчас у белки тоже все вычищу тут, потому что 3 дня не чистил. Находился в городе. Будет просто чудесненько. Вот и белка тоже убрана. Положил ей кусочек льда и кусочек снега, потому что она не особо пока еще привыкла ко льду. Это у нас рыжик. Терминатор. Все ест. Сейчас осталось тут убрать. Вот это все вынести в навоз. И будет красотень. Будут они с кайфом жить себе, поживать. А к весне будет рожать. Такие вот пирожочки. Эх, красота-то какая. Сюда тоже я положил. Скоро ты здесь будешь крольчат рожать в этой норе. Закрываем клеточки. В общем, такое видео получилось с кроликами. Понравилось видео — лайк, подписка. Всем пока, всем доброго.